Всем привет, это Андрей Курейчик, новый африканский карантиноблог, на этот раз короткий. Друзья, как видите, вот это я нахожусь в зале ожидания аэропорта африканского, да, прямо на улице, вот они поставили несколько скамеек, это называется зал ожидания. Ну, тут аэропорт такой же, честно говоря. Вот, вообще удивлюсь, если там, кроме, не знаю, взлетной полосы хоть что-то есть. Ну, ничего. Возвращаясь домой, скажу по поводу нашей политики, потому что, ну, в принципе, мой блог про политику, не про мои путешествия или там впечатления, хотя впечатлений много. И, может быть, и стоило бы про это рассказать. Особенно, ну, в контексте вообще нашей страны, потому что мы туда движемся. Вот где я сейчас был, отдыхал, это вот мы туда, в эту сторону. Кстати, Центральной Африки. Но из важного могу сказать только одно. Как мне кажется, начинает меняться глобально повестка лидерства и повестка дня в белорусской оппозиции. Я послушал Макара. Меня спрашивают про Макара. Что ты думаешь? Я думаю, что это человек убежденный, сильный и интересный. И самая главная мысль, которую он говорит, что армию надо создавать, что бросать людей просто тупо на штыки и в мясорубку, из которой они потом убегут за границу. Они не останутся, эти люди, понимаете? Они все побегут в Польшу, в Литву, потому что у них нет денег отдыхать в Африке, как у меня, да? Они прям близлежащие страны, и людей будет все меньше. И он говорит, что в итоге мы потеряем армию. А армия нужна. Потому что Лукашенко честно сказал и искренне сказал, что он не уйдет, а уйдет только, не знаю, вперед ногами или арестованным, или каким-то избитым, как Каддафи, да, ну, по-другому он не уйдет. Значит, нужна сильная позиция. Никаких переговоров, повторяю, не будет. Не будет никаких переговоров ни в марте, ни в апреле, ни в мае. Попомните мое слово, вот сегодня попомните мое слово, потому что люди, которые на это настраиваются, это люди, которые не понимают психологию диктатуры. Просто не понимают ее психологию, а психология такая. Держаться за власть до последнего, и как Гитлер, которого, я не знаю, не знаю, в какой-то момент... уже обложили со всех сторон, он все равно говорил, я не пойду ни на какие переговоры. Так и будет, друзья, так и будет. Не будет никаких переговоров. А в итоге начнется зачистка с одной стороны и, ну, мне кажется, какой-то удар или конфликт с другой. Посмотрим. Короче говоря, лечу в холода, все из-за вас. Мог бы оставаться дольше, но передумал. Вот. Надеюсь, что в итоге мы что-то поменяем. Друзья мои, подписывайтесь на мой канал. И мне кажется, все будет хорошо. Всем пока!